Итак, в Рио главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в форуме муниципальных образований Тверской области. Мероприятие объединило представителей всех городов и сел Верхневолжья. Всего здесь присутствовало свыше 3000 делегатов. Основная тема форума – ключевые направления реализации стратегии развития страны до 2024 года. Перед органами государственной власти, местного самоуправления, президентом Владимиром Путиным поставлены четкие задачи, которые необходимо выполнить в течение ближайших 6 лет. Для каждого региона России успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение. Мы уже начали работать в первую очередь, о чем постоянно напоминает президент, на людей. И помните цель, не статистика. Не освоенные средства, а ощущение людей о том, что жизнь меняется к лучшему. Более благородные задачи для всех, в том числе и присутствующих в этом зале, трудно себе представить. В рамках форума муниципальных образований Владимир Васильев совместно с губернатором Тверской области посетил организованную выставку продукции ведущих предприятий региона.